не проедешь. Сегодня у нас 17 мая 2015 года. Вот приезжает епископ Барнаульский, отец владыка Сергий. Вот я как раз успел. Вот делегация едет на машине. То же самое. Один едет на УАЗике. Христос воскрес! Приехали. Мы едем. Потеряем. Я ребят понимаю, они еще спали. Иди, зайди к ним, скажи, ребята, как у вас дела идут тут? Как ночевали, расспроси и все. Чему научились, что я им говорил сейчас? Проверь, как они заходят. Христос воскрес! Воистину воскрес! Ну как ночевалось? Слава Богу, все хорошо. Не жестко? Нет, слава Богу. Как ночевалось, братья? Ой, слава Богу, вообще здорово. Здорово, да? Вообще. Вам вчера не истопили только, может? Нет, да, мы не замерзли. Много одеял было, как бы нам вообще хватило вполне очень. Ну слава Богу. Слава Богу, да. Ну все, ладно. Шел я. Пасхальная. Это моя сестра родная Валентина Тихоновна. Готовится архиерея встречать. Со всей деревни несут подарки. Там он батюшки приехали. Ты подъезжал к нему? Там архиерей как раз едет. Тут? Да. О, сейчас я к нему. А я сейчас только говорю, наш владыка это скоро митрополитом будет. Так, вот как бы не вы, вот этих бы не прислали этих. Кто? Ну, кирсеты, девчата-то приехали. Ага. Я сейчас с ребятами говорил. Я говорю, у меня мысль теплится, я патриарху Кириллу напишу. Говорю, дали нам архиерея какого. Смотри, он не чурается, и как нам полезно это знать. Да? Вовремя мы приехали. Нормально. Совершенно. Ну тогда пойдем. Все там готово уже? О, там бегают, он, видишь, с тарелками идут, тащат и угощают. Ну хорошо, мы вчера подумали. Да? Ну слава Богу. Сегодня так и не успели, они поздновато приехали. На лодках покатать бы успеть, если дождя не будет. Мы уже лодки накачали, им это, знаете, как память. А там на пруду? Ну да, мы лодки накачали, они здесь лежали, на пруду. А это что такое? Что? О, поезд идет тут. Уже линия рядом. Сюда. Это Барнаульская Лунда ветка. Ну все, тогда поедем. Вот корреспондент приехала. Вы можете пешком пройти? Да? Да, конечно. Пойдемте. Вы же не Христос, а когда все едем. Давай, Владимир. Давайте, пойдем. Так, пойдем. Отец Владимир. Немножко пройдем мы. Мы уже ходили здесь. А вчера мы подошли к большому тополю. Обнять втроем, я говорю, вот владыка обнимал наш тополь. Помните, втроем почему? Да, да, да. Ребята ночевали здесь, вот выходит. Потом надо кое-что закрыть. Так. Как они ночевали? Все уже вышли? Или ты последний? Почти. Спят долго, я их уже прощить-то смотрю. Ну, он и
меня от деревни не зашел. Я говорю, маме тоже убили, что я даже не сам сказал, а то в самом деле оказалось так. А вы пробежите. Вчера я по соседней деревне пахали огороды. День напряженный был. И поэтому успеть, обещаю, дождь скорее посадить. Все сделали. Я им рассказываю, ребятам, приехал тракторист, который пашет-то. Ну, а хозяева говорят, сколько там, соток-то. А сотка спахать, ну, сота сейчас гектара, 100 рублей. Все повышает цену. Ну, я пришел, сколько? А они два брата. Ну, 5 соток. А я пришел в сажень. Вот и выханимая идет. Полетели. Вот. Я замерил, а там получается 5,85. Я говорю, тащи еще сотню. И когда трактористу-то отдали, он говорит, так договорились за 500. Я говорю, нет, ты 600 намолотил. Так он говорит, а у нас бы в Корчино сказали, что 3 сотни. Да? Я говорю, мы верующие. Никак. И где бы ни были, я ему везде набавлял. За то, что ты хорошо пашешь. Если хоть за сотку маленько дальше, я ему целую сотку уже. Да. Так он до того пообедал, до того расположен. Ну, ничем может человека приобрести-то. Да. А другим он обязательно расскажет. Скажет, вот смотри, мы обманываем, а там наоборот. Сами себя обманывают. Вот с утра я уже съездил на пруд, то вдруг в первый год появились бобры. Бобры хатку свели. Я вчера ночью уже почти. Напилили, там деревья близко нету, и туда принесли, положили, чтобы хату хорошо построили. Чем занимаемся-то? А вот тут-то проезд есть или нет? Есть, вот она идет. А почему бы? Прям проезд, вот. И направо. Тут не поехал. Я что-то побоялся через дамбу. Вдруг ее тут нету. Ну, же вот это все тут у нас знаете. Вот видите, молодежь поехали, это новоселы. Новоселы, колоски. Так, ну, что-то отсюда как-то тут. Нормально. Мы-то еле доехали, я думаю, как он тут добрался? Нет, так мы нормально, наш проводник ваш хороший. Да? Она хорошо нас провела. Мы сюда сейчас не доехали. Какой? Доехали. А, мы-то что-то два года поехали. Ваш семинарист. Семинарист? Да. Второй семинарист. Что с ними делать будем в конце только? Как? Ну, так как. Ножна, владыка, как Бог положит на сердце. Да. Вон бегут скорее, это новоселы. Скорее надо благословиться. У нас называют имена, как один сын родился, Варлам, второй Назарий. Назарий. А сейчас не встретишь в школе Варлама? Вот они где. Так. Ну. О, смотри, какие снимают. Ты посмотри, кто снимает там, сними ее. Вот она, гляди. Владыку снимают со всех сторон. Кепку сними с него. Это кто? Кепку сними с него. Так, вы будете заходить по форме сейчас, чтобы оделись. У вас не форма. Так, в этот дом забегите, там вас оденут как надо. Вот это вот так, крайний дом. Да, за машиной. Бегом туда. Скажите, оденьте меня по форме. Христос воскресе. Благодарю за поле. Благодарю. Ладно. Поклон. Какой ты молодец. Ладно. Господь. Мы так благодарны тебе. Поворчали маленько. Какое благодарность. Все, спахали. Так. О, слава Богу. Воистину воскресе. Мудрость.
живо даровав святий Божий крест і безсмертний поміг у нас, святий Божий крест і безсмертний поміг у нас, святий Божий крест і безсмертний поміг у нас. Слава Ісусу Христу, немощи наши вини Твои, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и Пресвятой Великой, помилуй. Отче наш, Иисусе на небесе, насветися имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе, на земле. Хлеб наш насущный наш, на людей, и оставим на долг наши, и пожирим, и оставим души Бога наши. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Yeah.